Ребят, всем привет, я возле Бургер Кинга. Иду отоваривать свой чек, выигранный вчера в игре. Кстати, подарил Coin Games, написано, да? То есть это имеет отношение к Coin Games, вот это как фаршивые монетчики, приложение. И приложение, вот Coin Auctions, да? Coin Auctions, да? Вот. Ну, там сделаешь ставку, и можно выиграть что-то там, ну, вот стикер-паки, в частности, там, ну, или что-то от Бургер Кинга, там, пирожки и так далее. Ну, вот не знаю, сейчас попробую отовариться. Закрыто. Да, закрыто, написано за углом, а здесь что-то работает. Звонок есть. Если что, знаете, бывают звоночки такие. Честно говоря, не знаю, работает он или нет. И, кстати, это Бургер Авто. Что-то здесь как-то странно сделано, собственно говоря. Вы никто не идете. Это нуля, а не работает. Просто раздача круглосуточно. Не знаю, сейчас. Время еще вроде нормально. Что-нибудь, ребят? Понятно. Я вообще не слышу звонка, нажимаю. Что-то не слышу. Там ходят, они даже не реагируют на это, на звонки. Я стучу в окно, что вообще. Я рукой машу там, типа, или что-то. Не, вот все, увидел. Сейчас типа придет. На, короче, еще работает бургер, я пойду вовнутрь, оказывается. То есть, мне казалось, они в 12 не работают, ну, поэтому я пойду вовнутрь. На ту же работу. Посмотрел, никого нет. Ну, хотя, знаешь, как проще. Здравствуйте, я что-то как дурак там стою, а тут не работает. Да нет, я сам, может. Или не работает? Не работает. Там нет разницы. А вот у меня вот такая. Видел карта? 702. Да. 133. 79. 720. Да. Да. А подкатить? А почему оплатить? Бесплатно поедешь, нет? Ну, в этом фишка, типа подарок. Он же и так 29 стоит. Ну, у нас сложная ситуация запущена. Ну, типа там, короче, такие садись, там подарки, да? Ну, они сейчас... Ну вот у меня есть, вы только что сказали, эмоджи, промокод, рожок 20 рублей. Ну, по идее, бесплатно. Ну, я не знаю, как это. Сейчас. А у вас нет сканера? Вот здесь есть этот QR-код. 702, 133, 79.
макароны с очками. Прикольно. Ну так вот. Такая вот мороженка. Ну так вот, в общем, удалось товариться. Вот, мороженое еще раз показываю. Ну и купил гамбургер. Вот. Ну, гамбургер просто сожру. Все, всем пока. Поиграйте в эту игру. Ну, дороговато, правда, стоит. По-моему, мне 4, что ли, миллиона. Ну, можно посмотреть в предыдущем видео, во сколько обошелся рожок. Конечно, специально ехать было бы неудобно мне. Ну, просто как бы не экономически выгодно. Потому что я так прикидываю, где-то, наверное, столько же и стоило бы доехать. Вот. Ну, на общественном транспорте даже дороже. Вот. А, и, значит, тут я просто с оказией как бы попал. Вот, поэтому можно. Все, всем пока.